зовут? Меня зовут Денис Сергеевич. Ну, вот смотрите, табличка. Денис Сергеевич, такая. Денис Сергеевич, да. А почему вы, когда подошли ко мне, представились? Я представился родителям, гражданин. И пикселя. А у тебя фуфлыжная камера, блядь. Конечно, телефон у тебя фуфлыжный. Да это у тебя фуфлыжный телефон, блядь. Да ладно, что вы начинаете? А что начинаете? Слышь, отдай мне мои права, блядь, и документы сюда, нахуй. Не, ладно. Понял. А что ты так со мной разговариваешь? А что ты нахуй со мной так разговариваешь? Что, блядь, нахуй деловой? За что? Как ты, получается, деловой? Я деловой? Да, я деловой. А что, не видно, блядь? А что, ты деловой? Да хуй я присяду, блядь. Я хуй присяду в машину. Люди, слушайте. Я буду разговаривать. Да хуй. Хуй он подойдет. Он будет стоять со мной. А будем базарить сейчас по-другому. Понял? А как будем базарить? Я сейчас нахуй столько движения подвижу. Что ты охуеешь? Денис, сам, потому что ты безогонишь. Ты сказал, резина у нас хуёвая. Какая она с меня? Ты что, она у вас хуёвая? Она у вас разная. Ты что, блядь, лохов нашёл? Ты что, лохов нашёл? Нахуй нас разводит? А почему вы так со мной разговариваете? А почему вы с нами так с нами разговариваете? Вы подошли с нами, даже не представились. Я представился. Вы да... Хуй! Хуй! Он представился. Сережа, не, нормально все, блядь. Все нормально. Все нормально. Снимай, снимай, что ты? А что ты убегаешь? А он убегает, теперь оформляет. Давай, давай, конечно, плохо, блядь.